Совсем недавно мне довелось в рамках европейской премьеры спектакля Дмитрия Крылова, совершенно удивительного человека, в Петербурге не очень известен, это сын Анатолия Эрфаса, художник театра и режиссер. Он сделал спектакль, который называется «В Париже» по рассказу Бунина. И сам по себе спектакль замечательный, но там есть одна деталь, которая знающих людей просто вводит в как-то экстатический восторг. Главную роль в этом спектакле играет Михаил Барышников. Это, как вы понимаете, не драматический актер в полном понимании, но это более чем драматический актер. Я с ним разговаривал, мне очень сильно повезло, он произнес замечательную фразу. Он сказал следующее. Говорит, я всю жизнь старался танцевать не лучше других, а лучше себя. Вот человек, который сейчас выйдет на эту сцену, Соня Кипрская, мне кажется, она победила в нашем конкурсе, потому что играла лучше себя. Первая премия конкурса «Золотая арфа» — София Кипрская. Прозвучит первая часть концерта Рейнгольда Лиера для симфонического оркестра и арфы. Thank you.
масштабных и, как вы понимаете, совсем неокупаемых проектов чрезвычайно важна. Без государства, без поддержки столпов, мужей никак не обойтись. Но наступают минуты и секунды, когда кажется, что вообще ничего не получится. И здесь на помощь приходят друзья. Вот я сейчас буду произносить имена людей, без чьей поддержки этого конкурса просто бы не было. Оксана Волкова, Анна Мелешина, Елена Иванова. В самые трудные минуты они поддержали конкурс и сделали так, что вот такие дети выходят на сцену и играют. Спасибо вам. Сейчас я приглашу на эту сцену удивительного человека. Знаете, у нас есть народные артисты, заслуженные. В Америке такого нет. Но если бы там присуждали звание, я думаю, что он точно стал бы каким-то национальным достоянием. В него влюбились все и сразу. А после того, как послушали, как человек играет на своем любимом инструменте, ну, просто растворились в волнах любви. Я приглашаю на эту сцену члена жюри нашего конкурса, джазового музыканта Уэйна Эскотери. Уэйн,